Ох, это же женщина! Сестра, сестрица, погоди! Погоди, погоди! Не спеши! Я принесла парочку, чтобы показать девушкам. Да! Ну, может быть, ты мужчина, переодетый в женскую одежду? Что ты, брат? Ага. Знаешь, только что дом пробрался мужчина, переодетый в такую же чудру, как у тебя. Ой, но ведь он был мужчина. Я же женщина. А ты открой немножко личико, чтобы я мог убедиться. Вот. Еще чуть-чуть. Ну, теперь ты убедился, что я женщина. Убедился? Женщина, а именно такая, какая мне нужна. Погоди, скидь. Я жена матери, что по время сил. Может быть, слышишь? Эй, я с матерами-бахлерами дел не имею. Что ж, мой муж маклер, свой, как и торгуешь. Да, мой муж был маклером. Был маклером. А теперь чем он занимается? Да бог его знает. Вот уж 12 лет, как он покойник. Садчи на нас на тени. Настроение народа, то обозреваемый материал дает нам полное право отвергать всякое пессимистическое суждение о том, будто коммунизм в корне убил национальное чувство в советских странах. Нет сомнения, что в неслыханных условиях жесточайшей борьбы, несмотря на всевозможные лишения и видимого смирения, в недрах азербайджанской действительности растет и крепнет
железная воля к освобождению страны и восстановлению ее потерянной независимости. Сколько молодых сил с подобным настроением и с такой верой гибнут в разных советских застенках и в ссыльных местах, в ледовитом аду, по выражению поэта. Ледовитым адом поэт Гюльти Гин озаглавил одно из лучших своих стихотворений, посвященное ссыльным братьям.